Ежегодно клуб «Элохимы» проводит на своей базе различные спортивные соревнования. В праздник День матери для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялся чемпионат по дартсу. В общем-то, эти уже соревнования проходят не первый год. Сегодня, конечно, очень радует то, что сегодня ребятишек много у нас. Вот как бы такого не было, а сейчас очень радует. Ребятишек очень много. Соревнования прошли хорошо, они вон так вот бурно всех. Это самое приветствует. В общем-то, мы всем довольны, что то, что мы планировали, все произошло. Всего около 20 юношей и девушек приняли участие в соревнованиях. Они состязались отдельно, в отдельных категориях. Среди юношей был абсолютный чемпион Артем Турухин. Он занимается уже 10 лет, причем пробует себя в разных видах спорта. Я хожу в «Элохимы», занимаюсь. Каждый день хожу. 3 часов в «Элохимы» хожу, клуб. Там есть лыжи, дорожки, велосипеды. И занимаюсь. В течение часа спортсмены выявляли лучшего. У кого-то получалось, у кого-то нет. Но борьба была поистине боевой и спортивной. За спортсменов болели их родители, дяди и тети. С каждым броском кто-то поддерживал своего ребенка аплодисментами, а кто-то давал наставление на точный бросок. Самое главное, что поддержка участников соревнования присутствовала на протяжении всего турнира. По окончанию соревнования призеры были награждены дипломами и памятными сувенирами, предоставленными МАУ «Вымпел».